Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Мы продолжаем первый этап игр за звание лучшего игрока десятилетия. Вот наш главный приз. Дивный, замечательный, блистательный автомобиль, перевязанный подарочной лентой. И достанется он, как я уже говорил, лучшему игроку десятилетия. Ну а кто станет этим игроком, это мы определим в наших юбилейных играх, которые завершатся, соответственно, к концу 2004 года. Пока у нас первый этап. В нем принимает участие 27 человек. И из них 18 человек проходят в следующий. То есть каждую игру покидает один игрок, занявший последнее место. Представляю вам наших сегодняшних участников. За первым игровым столом Юрий Хашимов, юрист из Москвы. Юрий практически 10 лет играет в свою игру. Крайне успешно сыграл он 30 игр. Практически никогда не был побежден, за небольшим исключением, да? Могу вам сказать только одно. Любая игра с участием Юрия Хашимова – это очень интересная игра, вне зависимости от того, какие результаты он показывает, да? Противостоять Юрию сегодня будут Евгений Колюков, журналист из Ульяновска. Тоже достаточно сильный игрок, гроссмейстером он побывал и одержал несколько славных побед. Вторым соперником Юрия будет Алексей Тугарев, преподаватель Орловского технического университета. Он участвует в своей игре с 95 года, то есть практически уже 10 лет. И тоже кого только не обыгрывал, всегда очень ярко играл. Итак, у нас сегодня достойная тройка игроков. И сейчас я попрошу обратить ваше внимание на наш центральный монитор. Там все темы нашей сегодняшней игры. Вы видите их. А я тем временем напоминаю о том, что спонсор нашей программы – торговая марка «Эрих Краузе». «Эрих Краузе» – это качественные канцелярские товары для повседневных работ в офисе и дома. «Эрих Краузе» – важна каждая мелочь. Мы начинаем первый раунд. Жена талант, ребенок, гения, техника «Ситроник». Спонсор нашей программы – компания «Ситроник». Российский производитель аудиовизуальной бытовой компьютерной техники «Ситроник». Техника интеллекта. А вот и темы первого раунда. Все о печках. Люди в черном. Снег. Дела духовные. Разведки и разведчики. И космос. Прошу, Юрий, начинайте. Все о печках 400. Петр Первый усиленно внедрял в России не только табак и кофе, но и такие израстовые печи. Голландки. Верно, Евгений. Люди в черном 400. От зловещего человека в черном Моцарт получил заказ на это произведение, а человек был попросту доверенным графа Вальзега. На реквием. Верно. Все о печках 300. Только на этом условии печка согласилась спрятать брата с сестрой, спасавшихся от гусей и лебедей. Что они поедят пирожков, ей приготовленных. Верно. Люди в черном 300. В России позапрошлого века невеста между этими двумя событиями ходила в печальной черной одежде и покрывалась черным платком. Я слезами умываюсь, да злой фатою утираюсь. А между помолвкой и свадьбой. Верно. Все о печках 200. Вам достается аукцион. Сам начальник раунда 0 Алексей и по 700 у вас с Евгением. Естественно, ва-банк. Играем. По этой причине в оружейной палате, возведенной в Кремле зодчим Еготовым 200 лет назад, не было ни одной печи. Ну, почему в оружейной палате не было ни одной печи? В заботе о том, чтобы она не сгорела, чтобы не было пожаров. Совершенно верно, боялись пожаров, а коллекция была очень ценной. Все о печках 100. В эпоху военного коммунизма в этих печках вместо дров сгорело, видимо-невидимо, и книг, и ценные мебели. Буржуйки. Верно, Евгений. Снег 400. Группа ученых сбросила с трамплина на японском лыжном курорте Мияна-море
550 тысяч целлулоидных шариков для настольного тенниса. Что они изучали? Они изучали, как сходят лавины. Браво! Как сходят и как образуются. Дела духовные 400. Сейчас им является Григорий Ген II, а первым был Григорий Просветитель. Католикос всех армян. Совершенно верно. Дела духовные 300. Американские мормоны сами верили и других уверяли, что это неспослано индейцам и неграм за грехи. Возможно, цвет кожи? Верно. Все о печках 500. Пожаловав своему истопнику дворянство, Анна Иоанновна распорядилась включить в его герб изображение этой немаловажной детали печи. Вьюшки. Верно, Евгений? Дела духовные 200. Буддистский храм Сакюсен-Сюме в Калмыкии заложили во время его визита и открыли 4 года спустя, в октябре 1996 года. Давай, Лама. Конечно. Дела духовные 100. Это 15-метровое божество недавно переселилось из поселка на острове Суматра в зоопарк Индонезии. Почести ему больше не воздаются, зато комфорт обеспечен. Удав. Верно. Духовные 500. В эпоху Великой Французской революции король Людовик XVI был последним, кому перед казнью в виде величайшей милости предоставили это право. Право исповеди. Верно. Снег 500. Вам достается кот в мешке. 1000 у вас, 1700 у Юрия и 1900 у Евгения. Юрию. Юрий, играем с вами. Тема зодчества. Стоимость 600. Дайте изображение. Теперь все вместе. Перед вами 4 памятника древней архитектуры. Найдите среди них всемирно известный храм Покрова Нерли. Второй. Конечно. Люди в черном 200. Актеры этого японского театра всегда выходят на сцену по трое и во всем черном. Театр Но. Нет. Кабуки. Нет. Это театр кукол Бунраку. В черном они выходят, создавая эффект черного кабинета, да? Они кукловоды. Люди в черном 100. В этом случае английский судья, оглашавший приговор, по традиции надевал черную шапочку. В случае обвинительного приговора. Нет, ответ неверный. В случае смертного приговора. Совершенно верно. Снег 300. Лапки этих красавиц, выведенных лет 30 назад, как будто одеты в белые туфельки. Вот породу и назвали сноу-шу, снежная туфля. Это кошки. Дальше. Снег 200. Снег, 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 тихо на тундру ложится, по берегам замерзающих рек. Снег, снег, снег. Кто поет? Александр Городницкий. Дальше. Снег 100. В Москве этот рекордный показатель был зафиксирован в 1944 году. Целых 10 сантиметров. Количество выпавшего за сутки снега. Да нет, для рекорда маловато. А вот для размера снежинки вполне. О-хо. Дальше. О, богато. Люди в черном 500. У католиков это черное разрезное платье с застежками до пола, традиционная одежда священников низших рангов. Сутана. Верно. Разведки 400. Этот высокопоставленный француз за хорошие деньги поставлял секретную информацию России и Австрии. Талейран? Конечно. Разведки 300. В ходе операции «Розенхольц» ЦРУ заполучила обширную картотеку этой службы и, изрядно над ней потрудившись, вернула по принадлежности лет 10 спустя. Штази. Браво! Восточно-германская разведка, да, штази. ГДР. Да. Разведки, разведчики 200. Этот фильм рассказал нам о некоторых подробностях из жизни Конана Трофимовича Молодова,
он же канадский бизнесмен Гордон Артур Лонсдейл, имевший в Лондоне несколько фирм по продаже торговых автоматов. А мертвый сезон. Верно. Разведки 100. Три последних руководителя разведки этой страны – выходцы из Советского Союза, астронавта дальнего зарубежья. Израиль. Верно. Космос 300. Катастрофическое столкновение этих объектов происходит в наблюдаемой Вселенной каждые 10 секунд. Звезд. Верно. Космос 400. Вам достается ход в мешке. Тем временем 2000 Евгения, 800 Алексея, у вас 4000. Евгению. Евгений, играем с вами. Тема «Собачья жизнь», стоимость 300. Дайте изображение. А какой книгой так зачиталась собака на карикатуре художника Казанцева? Ну, может быть, «Записки охотника»? Посмотрим. Играйте. Космос 200. Этот основоположник практической космонавтики в свое время возражал против полета человека в космос, считая, что автоматы справятся лучше. КПСС его переубедила. Сергей Павлович Королев. Верно. В 1787 году Вильям Гершел открыл эту туманность, похожую на голову человека в парке с капюшоном. Недавно телескоп Хаббл ее сфотографировал. Голова человека в парке с капюшоном. Называется туманность Эскимос. Последний вопрос. Космос за 100. Астроном Франк Дрейк предложил формулу, которая позволяет вычислить мизерную вероятность встречи с ними. С инопланетянами. Верно. Подведем итог нашего первого раунда. 800 на счету Алексея, 2300 у Евгения, 4300 у Юрия. Впереди второй раунд. Лаконичность. Ну что же, мы вновь в студии, мы разыгрываем второй раунд. Хотелось бы напомнить о том, что согласно нашим правилам, тот игрок, который на первом этапе наших игр наберет наибольшую сумму, получит замечательный приз. Золотой приз Эрих Краузе – это перо ручной работы, изготовленное из золота, украшенное россыпью драгоценных камней. Тот же, кто займет в нашей программе второе место, получит поощрительный приз Эрих Краузе. Это полный набор канцелярской продукции для одного рабочего места, от клея и ластиков до степлеров и архивных папок Эрих Краузе. Темы второго раунда. История спорта, металлы, сижу за решеткой, все на продажу, краны и романы. Прошу вас, Алексей, начинайте. За решеткой 800. Вам тут же достается аукцион. А банк? Что скажете, Евгений? Пас. Юрий? А номинал? Номинал 800. Пас. А зря. Играем с Алексеем. В камере тюрьмы Кресты Татьяне Гнедич очень помогло то, что поэму Байрона «Дон Жуан» она знала наизусть. Чем она занималась в одиночке? Она переводила ее на русский язык. Совершенно верно. Все на продажу 800. По условиям Парижского мира 1898 года Испания уступила США эти острова всего за 20 миллионов долларов. Ныне они обрели независимость. Филиппины. Браво! Краны 800. На самолете Ла-5 краник красного цвета помогал летчику выполнить это аварийное действие. Наверное, сбросить фонарь, чтобы прыгнуть с парашютом. Катапультироваться? Нет. Аварийный выпуск шасси. Дальше. Романы 800. Герой по имени Джеймс Бонд впервые появился в этом романе Флеминга, увидевшем свет полвека назад. Казино Рояль. Браво, Евгений! Мы вас помним как невероятного знатока Бондианы. Дальше. Металлы 800. На банкете у Наполеона III особо почетным гостям были поданы именно такие столовые приборы. Алюминиевые. Да. И вы лидер. Металлы 600. В средние века заметили, что если изделие из нее обработать соком горькой редьки, она, возможно, не превратится в золото, но засверкает не хуже.
Медь. Верно. Металлы 400. Вам достается кот мешкем. 4,5 тысячи у вас, 3,5 у Юрия, 1600 у Алексея. Юрию. Юрий, играем с вами. Тема «Книжный мир», стоимость 850. Дайте изображение. Книга пародий про козлов, собак и Виверлиев была издана в 1926 году. Авторов мы не спрашиваем. Назовите книгу. «Парнас с дыбом». Совершенно верно. Юрий. История спорта 800. Самым молодым абсолютным чемпионом мира в истории этого вида спорта стал 17-летний Дмитрий Белозерчев. Спортивная гимнастика. Верно. Хотя мужчины художественно не занимаются, так что гимнастика. История спорта 600. Впервые за историю НБА в матче всех звезд 2004 года принял участие и этот россиянин из Юта Джаз, но набрал всего лишь 2 очка. Кириленко, по-моему, Андрей, АК-47. Прозвище у него такое, да. АК-47, да. История спорта 400. Зимой 1942 года участники традиционного праздника «Севера» в Мурманске ушли на близкий фронт прямо с этим спортинвентарем. С лыжами. Верно. История спорта 200. На последнем чемпионате мира по легкой атлетике спринтеры США впервые за 18 лет не получили медалей в беге на эту свою коронную дистанцию. На 100 метров? Дальше. История спорта 1000. Вам достаются аукционы, что вы скажете? 1600 у Алексея, 4,5 у Евгения. 2000. 2000. Что скажете, Евгений? Нет. Пас, играем с Юрием. В 8 матчах серии 1972 года с канадскими хоккеистами этот спартаковец 4 раза признавался лучшим игроком и получал в награду памятный перстень. Я думаю, Александр Якушев. Браво! Нужно было выбрать из тройки Шалимов, Шадрин, Якушев. Безусловно, да. Якушев блистал тогда больше, чем партнеры. Дальше. Металлы 200. Лет 200 назад экономический журнал рекомендовал применять его как весьма хорошее лекарство в виде мельчайших опилок, либо простых, либо обсахаренных. Железо. Браво. Металлы 1000. В зеркальной галерее Версаля при Короле Солнце вся мебель, статуи, даже катки для растений были отлиты из него. Из стекла? Тема металла у нас. Тему я всегда забываю. Да, Юрий Абдумажевич, это ваше слабое место. Из серебра. Евгений. Сижу за решеткой 600. На съемках фильма «Скала» Шону Коннери лень было ежедневно мотаться на материк и обратно. И он обосновался в камере этой тюрьмы под Сан-Франциско. Это любимый фильм моего племянника, он заставил меня посмотреть, это «Алькатрас». Верно. Сижу за решеткой 400. Индийская тюрьма, где сидят только свекрови, осужденные за вымогательство этого у своих невесток, давно переполнена. Приданое. Дальше. Сижу за решеткой 200. За это преступление Софи Лорен отсидела 17 дней, а после освобождения в гневе покинула Италию. Наверное, за налоговое. Неуплату налогов, да. Так что кавычки здесь не очень уместны, потому что действительно преступление. Сижу за решеткой 1000. Откликнувшись на смерть Гоголя письмом из Петербурга, этот писатель отсидел месяц за ослушание и нарушение цензурных правил. Тургенев. Браво, Алексей. Все на продажу 1000. В центре Токио на крохотной площади размещен величайший в мире район по их продаже. Хозяин каждой лавки стремится устроиться в тени, чтобы товар не выцвел. Вера? Нет. Книги. Дальше. Все на продажу 600. Этот шедевр американец Арманд Хаммер едва не купил, но, к счастью, не сошелся в цене с Микояном. Мадонна Бенуа. Браво! Все на продажу 400. Вот уже 20 лет любой желающий может купить ее кусочек, заплатив за один акр около 10 долларов, а ночью полюбоваться с приобретением. Луны. Верно. Все на продажу 200.
Только-только перейдя в Реал, этот англичанин принес клубу больше полумиллиона евро от продажи футболок с его номером и фамилией. Дэвид Бекхэм. Дальше. Краны 600. Цикл работы подъемного крана состоит из захвата груза, рабочего хода для перемещения груза и разгрузки, а также этого. Подъема и опускания? Нет. И обратного хода? Совершенно верно. Обратный ход, холостой ход для возврата в исходное положение. Алексей, играйте. Романы 1000. Под этим псевдонимом Мариетта Шагинян опубликовала роман «Месмент». По ее словам, никто в ее авторство не верил. Слишком серьезная дама для столь вздорной книги. Роман «Месмент» она опубликовала под псевдонимом «Джим Доллар». Дальше. Романы 600. Этот модный роман Наполеон взял в египетский поход. А в Лейпциге книгу запретили переиздавать, дабы не вводить читателя в соблазн самоубийства. «Страдания молодого Вертера». Да. Краны 400. Лже-девушка Дафна сумела избавиться от назойливых ночных гостей, оккупировавших ее спальную полку в вагоне, только сделав это. Сорвав стоп-кран. Совершенно верно, имеется в виду фильм «В джазе только девушки». Кран 200. Закрыв этот кран нынешней зимой, Россия вызвала проблемы в теплоснабжении городов Польши и даже Франции. Газовый. Верно. Романы 400. Теккерей написал злую пародию на этот роман, герой которой горько сожалел, что женился на скучной леди, а не на темпераментной еврейке. Айвенго. Браво. Романы 200. По этому городу путешествовал Блум, герой культового романа «Улисс». Поклонники Джойса до сих пор отмечают 16 июня как День Блума. Дублин? По Дублину, да. Подводим итог нашего второго раунда. 3800 на счету Алексея, 5300 у Евгения, 8350 у Юрия. Напоминаю, наш розыгрыш покинет игрок, занявший в этой игре третье, последнее место. Впереди мультстудии, и мы разыгрываем третий раунд. Напоминаю о том, что спонсор нашей программы – торговая марка «Эрих Краузе». «Эрих Краузе» – это полный ассортимент повседневных канцтоваров для офиса. От карандашей и скрепок до органайзеров и архивных файлов. «Эрих Краузе» – важна каждая мелочь. Темы третьего раунда. Русские реки, Европа средние века, мы строили-строили, пираты в кино, мужчины и женщины и о птицах. Прошу вас, Алексей, начинайте. Русские реки 1200. На этой реке построена крупнейшая гидроэлектростанция России, которая ежегодно вырабатывает 25 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На Енисее. Саяно-Шушенская, ГЭС, да. Русские реки 900. Во время прилива Белого моря волна распространяется вверх по течению этой реки на 120 километров от устья. Печора? Нет. Северная Двина. Верно, Алексей. Русские реки 1500. Во втором веке нашей эры античный географ упомянул эту реку как Даикс, а в книге Марко Поло она значится как Егат. Урал. Алексей. Русские реки 600. До 18 века этот крупнейший приток Москвы-реки был частью торгового пути в бассейн Клязьмы с Волоком в районе Мытищ. Яуза. Верно. Русские реки 300. Только лоси славят в трубы там сибирскую весну, только валят лесорубы там ангарскую сосну. А на какой реке ждала героя песни таежная тревожная краса? На Ангаре. Не-а. На Бирюсе. Верно. Краса, Бирюса. Европа 900. По настоянию Савонароллы в Рождество 1495 года декрет Большого Совета Флоренции провозгласил царем флорентийцев именно его. Иисуса Христа. Верно, Юрий. Европа 1200. Эта война завершилась битвой при Бордо. Англичане были изгнаны с континента, сохранив за собой лишь порт Кале. Столетняя. Дальше. Европа 600. Эти ткани в проповедях бичевались, как помет червей.
но сами святые отцы охотно носили рясы из помета. Шелк. Совершенно верно. Европа 300. Химеры этого собора смотрят на головы беспечных парижан вот уже 9 век. Собор Парижской Богоматери. Европа 1500. Вам достается кот в мешке. Тем временем я хотел бы обратить внимание на счет. Некоторое время со вторым местом у нас было все неопределено, был паритет. По 5000 было у вас, Алексея. Сейчас у Алексея 5900 у вас, Евгений, у Юрия 11350. Кот в мешке вы адресуете Юрию. Тема такая, немецкая музыка, стоимость 350. Послушаем музыку. Об этой германской группе весь мир узнал в 1995 году после выхода в свет альбома «And the best goes on». Я из новых германских групп знаю только «Рамштайн». Нет, Юр, на самом деле «Рамштайн» — это и мужики такие посерьезнее, да? Хрипят они куда как более брутально, а эта группа называется «Скутер». А я думал, полегче. «Скутер» — это такой чернокожий американец одиночный. Я тоже думал, на самом деле, да? А еще вот я думал, что Децл – это маленькое деление на шприце. Прошу вас, Юр. Это недоросль такой. Мы строили 1200. Вам достается аукцион. 5000 у Алексея, 5900 у Евгения и 11 ровно у вас. 6. Серьезная ставка, полная тишина в зале. Чтобы выполнить приказ о взятии крепости Гёк-Тепе, генерал Скобелев предложил построить это, что и выполнили солдаты 1-го Закаспийского батальона. Ну, ее точную копию? Что? Этой крепости. Да что вы, Юрий, ай-яй-яй. Нет, они построили Закаспийскую железную дорогу. О-о-о. Тогда бы я не взял этот вопрос ни за что. Юрий, играйте. Мы строили 900. В шведском Виммербю местные энтузиасты создали мини-городок, застроенный маленькими копиями сказочных домов, придуманных ею. Астрид Линдгрен. Верно. Виммербю – это родина Линдгрен. Да. 600 мы строили. Соединил каналами Красное и Средиземное моря. Дарий каналы расширил. А какой вклад в систему каналов внес халиф Аль-Мансур? Он их засыпал. Верно. Мы строили 300. На реставрацию этой средневековой каменоломни римляне потратили в прошлом веке 25 миллионов долларов. Ныне затраты уже окупились. Колизей. Совершенно верно. В средние века использовался как каменоломня. Алексей. Строили 1500. Прошлой осенью эту столицу украсил высочайший в мире небоскреб. Высота 91-этажного здания вместе со шпилем составила 508 метров. Тайбэй. Тайбэй, столица Тайваня. 8000 у Евгения, он лидирует, 5900 у Юрия, 5300 у Алексея. Пираты в кино 900. Вам достается кот в мешке. Кому? По традиции Юрию. Юрий, играем с вами. А тема у нас, будете смеяться, киношные пираты. Стоимость 450, дайте изображение. О! За роль в этом фильме Джонни Депп был выдвинут на Оскар в номинации «Лучшая мужская роль». Оскара, правда, ну и, по-моему, вполне естественно, не получил. Пираты Карибского моря? Да! Играйте. Пираты в кино 1200. Эти космические пираты в фильме «Гости из будущего» охотились за миелофоном, прибором, позволяющим читать мысли. Крыс и весельчак У. Верно. Пираты в кино 600. Лорды, сэры, перы, знайте чувство меры, избегайте пьянства. Вы как западни, ждет нас путь неблизкий. И чем крепче виски, и тем короче сэры будут ваши дни. В этом мультфильме пираты предупреждали всех о вреде пьянства. А также курение. Остров сокровищ. Дальше. Пираты в кино 300.
Эта картина стала не только самым кассовым советским фильмом, но и первым отечественным боевиком. «Пираты 20 века». Продолжим, Юрий. «Пираты 1500». Экранизация романа об этом пирате в 1935 году сделала актера Эрла Флинна звездой первой величины и главным пиратом Голливуда. «Капитан Блад». Дальше. «Мужчины и женщины 1200». Вам достается аукцион. Что скажете? 5300 у Алексея, 6650 у вас, Юрий, 9800 у Евгения. Напоминаю, игрок, занявший последнее, третье место Ва-банк в этой игре, покидает нашу игру. Ва-банк, говорит Юрий. Что скажете, Евгений? Пас. Играем. В списке 25 самых крутых мужчин США за прошлый год имя этого сенатора стоит последним. Хиллари Клинтон. Браво! Юрий, вы поставили все по местам. Играйте. «Мужчина и женщина 900». В письме к другу лорд Байрон уверял, что утешить женщину не просто, а очень просто. Стоит дать ей несколько конфеток и этот бытовой предмет. Зеркало. Верно. О птицах 900. Последнюю из этих нелетающих пернатых застрелили век назад. Уцелело лишь ее изображение на гербе Маврикия. Нелетающий голубь, гигантский дронт. Верно. «Мужчина и женщина 600. Возможно, Андрей Данилко, вы припомните не сразу, зато даму, которая без него не может существовать, назовете немедленно. Верка Сердючка. Совершенно верно. А птицах... Моральный ущерб ответите. О птицах 600. Ход мешки вам достается. Вы по традиции передаете его Юрию. Играем с Юрием. Тема памятника, стоимость 600. Дайте изображение. Перед вами надпись на пьедестале ратному труду железнодорожников Приморья в годы Великой Отечественной войны. А как выглядит памятник во Владивостоке? Труду железнодорожников Приморья. Это надпись на пьедестале. Как выглядит памятник сам? Рельсы со шпалами, возможно. Давайте посмотрим, паровоз. Как он выглядит. Просто паровоз. Вот так он выглядит. Паровоз. Угу. «Мужчины и женщины 300». Долголетнее совместное существование этой четы завершилось разводом. По мнению их создателей, оно и к лучшему. Это Барби и Кен. Верно. По-моему, это полный маразм. О птицах 300. Да, их развели именно кукольники. Так обмен светскими новостями. А, они успели развести. Днем эти малютки весьма активны, а ночью, впадая в оцепенение, висят вниз головой, подобно летучим мышам. Температура их тельца падает с 43 до 15 градусов. Калибри. Верно. О птицах 1200. Своим своеобразным клювом аист Розиня ловко орудует, как консервным ножом, вскрывая их не хуже любого гурмана. Устриц? Раковина моллюсков, да. Ну что ж, подведем итог третьего раунда. 5-300 у Алексея, 11-600 у Евгения, 15-100 у Юрия. Впереди финальный раунд. Мы в студии. Мы разыгрываем финальный раунд. На нашем центральном мониторе вы видите 7 возможных тем финального раунда. Нужно выбрать одну. Алексей, выберите, пожалуйста, тему, которая вам не нравится. Мы ее тут же уберем. Театр кукол. Спасибо. Евгений, сделайте то же самое. Я вам спою. Благодарю, Юрий. Хорошие примеры. Спасибо, Алексей. История 20 века. Евгений. Капризы погоды. Юрий Абдумажич, выбирайте. Документы. И мы играем тему «Деловые контакты». Уважаемые игроки, делайте, пожалуйста, ваши ставки. Пока игроки делают свои ставки, я напомню телезрителям о том, что по нашим правилам тот игрок, который на данном этапе наберет наибольшую сумму, получит замечательный приз, золотой приз Эрих Краузе. Это перо ручной работы, выполненное из золота и украшенное россыпью драгоценных камней. Ну что же, ставки сделаны, и я предлагаю вопрос. Русская экспедиция в Казахстан отправила оттуда в Голландию партию этого.
Это оживило целую отрасль хозяйства. Благодарные голландцы дали новому сорту имя главы экспедиции инженера-генерала Кауфмана. О чем речь? Время и стекло. Что же ответили наши игроки? Ответ Алексея. Тюльпан. Это верный ответ. В Голландию были отправлены луковицы дикорастущих тюльпанов. А на тот момент у селекционеров совершенно заступрились их дела. Была жуткая стагнация в выведении новых сортов. Алексей, ставка ваша 5300 и 10600 на счету Алексея. Ответ Евгения. Луковицы тюльпанов. Правильный ответ. Ставка 912-500 на счету у Евгения. И ответ Юрия. Луковицы диких тюльпанов. Ставка 2000. И с результатом 17 600 в сегодняшней игре побеждает Юрий Хашимов. Очень сильная была игра. К сожалению, вынуждены мы проститься с Алексеем Тугаревым. Алексей, огромное вам спасибо за игру. Вы очень сильно играли, но с такими соперниками ничего не поделаешь. На память о юбилейных играх вам вручается подарок от компании «Ситроник». Сегодня вам не повезло в игре, но пусть повезет в любви к технике, которая близка вам по духу. «Ситроникс» – техника интеллекта. Ну что же, а Евгений и Юрий получают поздравления с выходом на наш следующий этап. Напоминаю, лишь два игрока из каждой игры выходят в следующий этап розыгрыша за звание лучшего игрока десятилетия. Дорогие друзья, вам огромное спасибо за внимание. В следующей игре мы встретимся с тремя очень и очень сильными игроками. Не пропустите. Всего доброго. Увидимся. Пока.